Доброго дня, Віталій Хемій, студія «Репортер». Продовжуємо підбивати підсумки 2020 року, спортивні підсумки також. Радий вітати в нашій студії директора громадської організації «Мангуст» Тетяну Колунку. Пані Тетяно, добрий вечір. Здравствуйте. Майстер спорту міжнародного класу, призер міжнародних змагань з вільної боротьби, справжньої боротьби Василь Михайлов. Василь, доброго дня. Але перед тим, як ми будемо говорити взагалі про 20-й рік, він закінчується, але наші спортсмени продовжують радувати нас і в грудні, наприкінці 20-го року. Тетяна, розкажіть про приємну новину про наших борців. Единственное международное соревнование, которое произошло в этом году, это индивидуальный кубок мира по спортивной борьбе. В разделе «Вольная борьба» спортивный клуб «Мангуст» привез две медали. Это Алина Бережная привезла бронзу, девушки, да. И, конечно же, сегодня у нас в студии Василий Михайлов тоже нам привез бронзу. Мы гордимся Василием, потому что, во-первых, это чемпион Украины по пляжной борьбе. Во-вторых, это, конечно, человек, который завоевал бронзу на всемирных пляжных играх. Это человек, который завоевал серебро на первом чемпионате мира по пляжной борьбе в 2017 году, а также серебро уже подтвердил и в 2018 году. То есть успехи есть, хорошие показатели как для клуба, так и личностно. Конечно же, гордость Одесской области и Одессы в целом. Василь, расскажите, пожалуйста, про змагання, как они відбувалися. В умовах пандемии взагалі змагання спортивні чим відрізняються від тих, до яких ви звикли? 12-18 декабря прошел, как вы знаете, Кубок мира в городе Белграде. Прошли соревнования, подготовка была, конечно, в связи с этой эпидемией очень напряжена, так как постоянно брали у нас тесты, очень часто перед вылетом, по прилету, помучили нас немножко. А так, в целом, Кубок мира прошел очень хорошо, правда, без зрителей. Звикати вже потрібно, я так розумію, можливо, є свої мінуси, є і плюси. Плюси того, що тренера свого дуже добре слышно, його рекомендації, що робити в протяженні схватки. Рівень суперників, як можна охарактеризувати? Чемпіонат міра. Це той же чемпіонат міра, просто поміняли названня, Кубок міра. Епідемія нікого не ослабила, там всі тренувались, всі готувались. Ну, не було видно, що хтось там не допрацював. Ну, вроді, руководство, всі відповідально вроде, поставились. Да, зали вже вроді у нас можна було посещати, тренувались усердно, все нормально. Це коли тільки вот епідемія починалась, було дуже тяжело. Тренувались тільки на вулиці. Василь, кандидат до Олімпійської збірної України. І в 20-му році взагалі ми планували, що зустрінемося в грудні, обов'язково будемо підбивати підсумки Олімпійського року. Але так сталося, Олімпіада перенесена на 21-й рік. Що потрібно зробити вам, Василю, щоб ви прийняли участь в складі збірної України, спортсмен від Одещини, в складі національної збірної з вільної боротьби? В начале марта и в середине апреля пройдут два лицензионных турнира. Это один европейский и другой мировой. Мне надо завоевать золото или серебро, попасть в финал, где будет разыгрываться лицензия на Олимпийские игры. Я не буду ставити питання це Василю. Тетяна, як вважаєте, Василю до снаги дістати олімпійську ліцензію, представляти гідно Одещину і Україну на Олімпіаді в Токіо? Я скажу вам більше. Йому до снаги привезти навіть медаль з Олімпіади. Вот. І ми, звісно, ставимо на нього великі надіжди. Василій дійсно старається. Він, якщо ви знаєте, в період пандемії, в цих карантинних ограничений, далеко не кожен спортсмен зміг себе реалізувати в літній період, в осінній період і в весенній дуже активно. Но мы, так как мы представляем Всеукраинскую федерацию пляжную борьбу, мы провели 18 соревнований, 18 турниров, как минимум 6 из которых Василий, в которых он стал призером. Также мы подвели итог, провели чемпионат Украины по пляжной борьбе, где он тоже завоевал золото. То есть, мне кажется, огромнейшим, знаете, стартом для того, чтобы спортсмен и дальше развивался, это был состязательный процесс. Несмотря на то, что правила где-то похожи, но совершенно отличные.
отличаются. Песок, он тоже дает определенные осложнения во время вот своего соревновательного процесса. Далеко не каждый вольник может победить на песке. Так же самое далеко не каждый вот борец по пляжной борьбе, в пляжном виде такого спорта, может выиграть в вольной борьбе. И я считаю, что это таким образом и поспособствовало тому, что на индивидуальном Кубке мира Василий был хорошо подготовлен. И, конечно же, в следующем сезоне у нас замечательный календарный план 2021 года, который мы планируем по пляжной борьбе реализовать. И наряду с этими соревнованиями будут также проходить и соревнования по вольной борьбе. То есть состязательного процесса будет больше, и мы надеемся, что и результаты, подготовка, и тактика, выработанная уже нашим спортсменом, она будет намного сильнее и профессиональнее. Взагалі, перспективы пляжної боротьби щодо того, щоб цей вид змагань став олімпійським видом спорту. Ну, тому що, ну, майже все є, щоб, ну, побачити спортсменів в дії. Багато ми знаємо видів спорту, дисциплін, ну, які відверто, ну, не схожі навіть на види спорту, а вони присутні в Олімпіаді. Чи є такі шанси у пляжної боротьби, щоб дійсно... Однозначно есть. Пляжная борьба – очень перспективный вид спорта и имеет олимпийский потенциал. Почему? Объясню вам. Он достаточно молодой, юный. 17-й год, 18-й, 19-й проводятся чемпионаты мира. В 19-м году были всемирные пляжные игры, проведенные Ассоциацией олимпийских комитетов. То есть Олимпийский комитет уже поддерживает этот вид спорта. Также мы сотрудничаем с международной организацией United World Wrestling, которая уже заявила о том, что на юношеской олимпиаде пляжная борьба будет уже принимать участие вместо греко-римской борьбы. То есть, ну, на данный момент мы знаем, что юношеские олимпийские игры, они с 23-го года, они перенесены на 28-й год, но о том, что пляжная борьба уже будет в составе этих олимпийских игр, это уже стопроцентное однозначное решение. Василю, взагалі важко перебудовуватися с зали на пісок, і це ж все ж таки різні напрямки. Да, это два різних, ну, вообще разных вида спорта. Там пісок і очень правила отличаются, много отличий. Ну, можно подстроиться, можно, конечно, вот из 6 турниров я завоевал золото. Це було для себе випробування, щоб хотілося спробувати ще щось інше, чи так ось запропонували спробувати і вже ви не відмовили? Ну, перший раз я якби спробував, мені дуже подобалось, я вирішив рухатися в цій сфері теж. Мені подобався цей вид спорту, сподіваюся, що він буде олімпійським. Все ж таки, перейдемо, пані Тетяна, до взагалі підсумків 2020 року. Громадська організація «Мангуст» цей рік, ну, не може сказати, що він був там важкий, проблемний. Не дивлячись на пандемію, епідемію, були змагання, були приємні моменти, були відкриття нових потужностей спортивних. Давайте підсумуємо. Я хочу сказать, что 2020 год для нас был ярким, был интересным и, конечно же, в первую очередь спортивным. 18 турниров, чемпионат Украины по пляжной борьбе проведены. Также мы открыли и площадку в селе Крыжановка. Замечательная площадка свободного пользования для всех желающих, таким образом популяризируя спорт, таким образом делая его более массовым и доступным для всех. Это и есть основная задача общественной организации «Мангуст». Также мы обновили наш спортивный зал «Мангуста», который находится на базе Национального университета Одесской юридической академии по адресу Академическая 7. Теперь спортсмены могут заниматься в совершенно других условиях. Также в этом году мы уже закончили наш проект, и вот буквально на днях мы уже открываем наш более спортивный комплекс. Потом по тому же адресу, но только кроме вот нашего спортивного зала, у нас есть еще тренажерный зал, зона отдыха, у нас есть сауна, небольшой бассейн, где спортсмены смогут комплекса и тренироваться, и восстанавливаться. Несмотря на то, что в этом году общественная организация «Мангуст» не провела международную спортивную премию «Золотой мангуст»,
В 2021 году мы вам обещаем, что будет еще намного ярче, намного эффектнее, нежели там, ну, оно всегда проходит очень ярко, еще будет более масштабнее. И еще также мы планируем на 2021 год взять на себя такую ответственность и уже во второй раз в Одессе провести чемпионат мира по пляжной борьбе. И мы считаем, что поскольку международная организация очень хорошо отозвалась о том, как, на каком уровне были проведены в 2018 году наш чемпионат мира по пляжной борьбе среди кадетов и юниоров, то мы хотим уже взять чемпионат мира по взрослым в следующем году. Тобто 21-й рік, не дивлячись на ймовірні складнощі, вони дійсно мають, ну, ніхто не відміняв пандемію, епідемію, але все ж таки це не є привідом, щоб сидіти і чекати, коли все закінчиться. Потрібно і надалі працювати, розвивати, в тому числі спортивний напрямок, дуже важливий для нашої країни і регіону. А ще таке питання. Молода зміна на підході, діти йдуть, займаються боротьбою, взагалі такими спортивними дисциплінами важливими. Я хочу сказать, что очень радует то, что спорт, он сейчас на более высшем уровне пропагандируется. И дети и молодежь, они следуют примерам. Следуют легендам. Неспроста мы проводим и международную премию спортивную, да, за заслуги достижения в спорте «Золотой мангуст». Мы приглашаем легенд спорта, на которых смотрят наша молодежь, им подражает и им следует. И после этого, конечно же, более, мы видим больше тенденцию того, что молодежь и дети занимаются спортом. Все мы знаем, что фитнес, сфера вот такой активности, она сейчас очень хорошо развита, и слава Богу, потому что это показатель того, что молодежь и взрослые люди, они будут более здоровее, более активны, более сильнее физически и, конечно же, духовно. Дякую, Василь, дякую, Тетяна. Успіхів вам у 21-му році, спортивних, не тільки спортивних, робити корисну справу. Обов'язково у 21-му році зустрінемося і привітаємо один одного з досягненнями і Одещини, і України взагалом. Дякую. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.